7 государственных историко-архитектурных музеев-заповедников существует сегодня в Татарстане, в Чистополь в их числе, и единственный среди этих музеев, имеющий статус литературный. Именно уникальное литературное наследие города Нагами является основой формирования его культурного бренда, который в последующем должен стать своеобразным магнитом, притягивающим туристов. По крайней мере, на это рассчитывают специалисты в сфере туризма, которые съехались в Чистополь из многих регионов России на методический семинар по популяризации региональных культурных брендов. Вначале для всех гостей была проведена обзорная экскурсия по городу с посещением музеев и исторического центра, после чего состоялось пленарное заседание семинара. По словам открывшей встречу Светланы Персовой, заместителя министра культуры Республики Татарстан, Чистополь имеет огромный потенциал в развитии туризма. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, побывавший здесь в прошлом году, отметил, что Чистополь – уникальный город. Здесь в годы Великой Отечественной войны жили и работали лучшие советские писатели. Здесь были написаны произведения, которые стали классикой нашей литературы. Такой концентрации литературных гениев на гектар площади мировая культура не знает. Наверное, можно сравнить это с писательским поселком Переделкино в Москве и писательским домом в Лаврушевском переулке. И в этом изюминка Чистополя. Участниками семинара стали представители региональных министерств и ведомств, руководители и специалисты региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры и туризма России, различные организации, много лет работающие в этой области. Главная цель таких встреч, по мнению организаторов, – обмен опытом по развитию культурных брендов и их популяризации.